Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Десан Неон Нефирст. Всем привет! И мы продолжаем играть Rise Sun of Rome, и на нас уже сразу нападают, так на начале. Мы продолжаем проходить карты, это уже другая по счету, не знаю, как она называется. Восхождение. А сколько там у нас еще карт? Хрена. Да. Так, все, убейте всех варваров. Потопали. Фух, дальше. Отлично, да. Можно теперь. Так, тут ничего, не сюда давай, хотя, в принципе, куда нам нужно, я что-то не понимаю. Так, налево. Ага, вижу. Ах, плохо, у меня копий нету. Да, у меня тоже. Они меня метают, смотри. Да, я залезаю сюда, то есть. Так, ну все, я его тоже убиваю. Ага, а я вот этого. Все, я убил. Подожди, я смотри, сам этого добью. Давай. Хочу кайф сделать. Замечательно. Потопали. Сейчас я подберу стрелу. Все замечательно. Как же тут красиво, да? Когда ага. Дождь идет. Так, видишь там вот эти чуваки? Так. Ага, да, вижу. Кувыркайся просто. А вот эти статуи, видишь? Иди сюда. Слайс. Нет, подожди, я залезу, убью их, потому что они мешают что-то. Так. Давай быстрей. Смотри, публика требует хлеба и зрелищ. Ага. Ну, по крайней мере, зрелищ. Так. Хлеба у нас с собой нету. Не захватили. Смотри, иди сюда. Так. Вот да. Эти статуи, ага. Вот эти, Зевса и вот эти все, ты ой, к ним можешь подойти, пополнить свою ярость. А, вот оно чё. Я тоже как-то заметил, только сейчас. Так. А, ну все, в принципе, пополню. Больше да. Нет такой возможности. Наполовину пополню. Да. Так. Ух ты. Я включаю. Ни хрена себе. Включать да. Или нет? Да. А то тут смотри, какие. Да я вижу, да. Давай. Бам-бам. Так, бам, есть. Бам-бам. Все, замечательно. Все, убью я его. Я тоже. Да. Я двоих. Ух ты. Или скольких там, не помню. Опять эти пузатики. А теперь так плохо, да, когда это все закончилось? Да. Скоростной режим. Так. Убил пузатика. Ну, как убил, почти. Ну я одного прикончил, тут вон он лежит. Так, отлично. Так, есть. На тебе. Замечательно. Бам. Иди сюда, сделаем вот это. Как мы это делали? Типа вот так. А, да. Смотри, нам нужно там огонь какой-то потушить. Да, я вижу. Ни хрена себе. Смотри. Огромный какой-то. Так. Ты пока займись этим огнем или что там туши, а я пока займусь варварами. А-а-а. Ни хрена ему. Нам это нужно потушить, потому что это сейчас горит и провалит миссию. Я понял. А кто же знал, да? Ну да. Так, а каким образом мы сейчас затушим его? Быстро! Да все, мы уже провалили миссию. Подожди. А каким образом? Так, ну я стал, смотри. Так, наоборот, чтоб она сгорела. Все. Ай! Все, я потушил. Нет, нужно потушить. А, там вода была, оказывается, да? Я включаю. А то вот эти пузатики бесят. Ой, как я его ногой откинул. Как раз ты включил, и у меня нога такая идет, понял? Ты... Ой, я, смотри, давай, сразу. Ты их лучше казни. Так, смотри, восторг, им нравится, смотри, когда мы поднимаем руки. Дай смотри. Мне сказать, пожалуйста. Ага. Ты их лучше казни, знаешь почему? А я казню? Ты всех казни, потому что ты сейчас одного не казнил и мне не восстановил жизнь. Ага, то есть и здоровье нам, да, при казни одинаково идет? Да, здоровье дает, ну как бы бонус этих персонажей, которых мы выбрали. Богов, то есть. Я понял. Идет здоровье и идет дополнительный урон или опыт, я не помню. Не наступай на эти вот белые кнопки. Тут ловушка. Так, быстренько. Давай ты иди тогда. Да. Я ними займусь, не волнуйся. Да, не убивай. Стой. Так, стой. Я понял. Вот, просто да, можно. Мне его нужно казнить, потому что у меня здоровья нет. Я понял уже. Все, отлично, побежали. Жалко, лук нельзя подобрать, который валяется. Ух ты. Ничего себе. А, так, может я включу? Как думаешь? Ну подожди, давай ближе подойдем. Куда подожди. Они бегут? Да хрен его, дураки. Так, ну я попал в пузатик одного. У, там лучники. У, тут нас ждут, явно. Отлично. Смотри, я включаю, я включаю. Да, давай. Хотя, сейчас.
Я включил, но это как бы, знаешь, взрыв, ну, да, это... огнём был. Так, никакой суперспособности для обоих нету. Так, отлично. Охренеть, вы резкие-то. Я включаю. Давай. Давай. Убивай вождя. Давай. Я убиваю. Я пузатика убью. Ух ты! Двое! Смотри! Охренеть! У меня же достижение. Да, да, у меня тоже. Так, мы расслабили что-то. Сразу к нам подбежали, ребятки. Так, казни, казни его, потому что здоровья было мало. Так, смотри, нужно потушить. Назад бежим. Давай, давай, давай. Побежали. Так. Сзади за мной погоня. Стань на эту, я должен зайти. Какая разница, я не могу встать, меня прижимают. Когда я, получается, отхожу от этого, я же тебе говорю, то он сразу же опускается. То есть должен, смотри, кто-то тут стоять один. Да, я уже, я тебе говорю, встань, потому что меня там прижали. Я убью вот это. На тебе, зараза. Тихо. То есть понял, должен один стоять. Так я так и понял. Я тебе говорю, встань, а ты чё? Нет, ты встань, потому что я не могу. Я тебе первое дело то, что я говорил, ладно. Так. Ух ты. А когда мы поднимаем руки, я заметил, публика радуется. Сейчас даже посмотрим, когда всех перебьем. Так. Чё мне вырубить? Может, потому что тут пузатик. Вообще, замечательно. Все, я убил пузатый, до сих пор живой. Так. Так, смотри. Так, куда нам нужно? А, смотри, я им как раз показал, что типа... Ух ты! Хана. Хрена себе. Охренеть, он мне бабахнул. Я включаю, потому что это капут. Ты, а ты одного бей, я другого. Отлично. Все, одного я убил. Я тоже. А, уровень гладиатора увеличен. А у меня... Раунд выигран. Оу, я, смотри. А, жаль, что нельзя поднять сейчас руки. Продолжим. Второй раунд, ребята. Угу. Тут всего два, да, по-моему? Да. В некоторых играх под дождем плохо играть. А вот тут просто прекрасно, смотри. Кразис. Да. Ух ты. Мне нравится, да, как вот это вот все поднимается. Ага. Ну что, дети, играем. Так. Убейте всех варваров-захватчиков. Чемпионы Рима. Ну давай, убьем. На полях элитии. А, мы уже типа, смотри, чемпионы мира. Видишь, против орды варваров. Ты слышал, что, да, говорили? Да. Диктаторы. Ну, я услышал. Это говорит, что мы чемпионы мира против, ну, как бы, обычных варваров, понял? Орды. Да. То есть мы уже хотя бы уважаемые, знаешь? Да. Так. Нет смысла пока что включать, да, в принципе, мы не можем. Смотри, восторг. Такие... Да. Лично. Подохни. Замечательно. Сразу переходи ко второму. А, пока нельзя. Выполнено. Тут он топает. Ты не слышишь? Себе. Знаешь, уже слышу. А, это вот это поднимается. Ё-моё. Напугали. Да, я думаю, кто там топает. Ничего себе. Давай я, смотри, в куче просто вот так вот сделать. А, нет, не получилось, у меня маны мало. Я думаю, что такое, просто поднимает руки. У меня маны мало, он не может это все дело сделать. Ну, взорваться, понял? Ну да. Способность взрыва сделать. Так, я пока буду казнить. Отлично, мне вот нравится, понял? Засунул меч и держит в нем. Может, ты активируешь, нет? Потому что пузатиков много. Ща, так, сюда. Давай. Так, все, пузатого убил. Второго. Замечательно. Все, там еще один. Ну, это такой. Да. Так, казним. А. Отлично. Так, куда нам? Подожди. А, смотри, вон что-то поднимается. Нет. А, не да. Наступай, вот. Не наступай. Да. Так вот, аккуратненько проходим. Так, нам сюда, да. Разрушьте бункер. Смотри, нужно походу... Я вот разрушу. Так вот сделать. Все. Отлично. Так. Вот так вот. Ух ты. От одного... Все, всех убил. Да, я всех убил. Как-то удачно, да?
Пошли, нам... Кстати, к статуе подойду сейчас, можно будет... А, нет. Ух ты, иди сюда, тут уже куча так. Их. Да я тут рядом. Активировать не можешь? Нет. А хотя нет, не нужен, тут обычные варвары. Так. Отлично. Так, тут босс пришел какой-то. Я не могу активировать. Так, разруши оборону врага, поэтому... Ну да. Нам нужно, по-моему, их, да, просто, знаешь, убивать. Охренеть, он зачищается. Так. Так, этого... Отлично! Убил. Так, есть. Я еще одного убил. Замечательно. Так. Угу. Остался один босс. Так, а ну, возможно, вот так вот сделать? Нет. Все, отлично. Замечательно. Ждем. Фух, да. Сейчас что-то поднимется, да? Да, вот да. Поднимается дорога. Пошли. Опять бункер. Смотри, копья бери. Ага. На всякий случай. Только одно. Да, по одному. А тут и вмещается такое одно. Так. Я могу включить, но нет смысла. А хотя нет, уже есть. Уже есть. Да нет, пока не нужно. Ну да. Отлично, я ему, знаешь что, взял захват и еще не видел такую казнь. Он взял захват и начал ему сначала руки ломать, а потом голову. Ага. Охренеть. Да ты... Так. Я, короче, включаю, может. Да нет, ты что, перестань, смотри, их тут мало. Что перестань? Просто да. Вот этот бесячий, который уворотливый такой. Да, уже все, конечно, уже всех перебили. Да, потому что тогда только зря потратили все это дело. Так, еще кто-то бежит, что ли? Да нет. Так. Укрытие! Нет, пока нельзя взять. Что там? Что нам нужно? Убейте всех обороняющихся лучников. А, смотри. Вот. Еще копья вот есть. А, так. Одного убил. Нам вот это, да, нужно поднимать и вот их вот так да. Убивать. Главное не мазать, потому что они тут не бесконечные. Есть, убил одного. Так. Так, что ж это не подобралось у меня-то? Что, промазал? Да, он так увернулся. Да-да-да. Кстати, нужно, наверное, поближе подойти, потому что, видимо, у нас ничего не получится. Давай поближе подойдем. А, тут смотри, тут уже сколько, двое осталось или... Нет, но все равно мы больше только копий потратим. Смотри, я сбоку вот так вот могу сделать. Все, я попал в него. Так. Фух. Так, и что это такое? Да хрен его знает. Ничего себе. А, это не сильный босс на самом деле. Я его был сам убивал в предыдущей серии. Так. Давай, я займусь боссом, ты займись. Ага, я вот этих перебью. Так. Отлично. Я еще использовал свою силу. Так. Вот, все. Фух. Перебили. Вот это вот нужно скинуть копьем, наверное, да? Я не могу что-то прицелиться. А, нет, не целиться, да. На этом месте. Да. Не целиться? Так, а, нет, нужно еще перебить всех. Да. Дело, потом, наверное, опустится. Все это дело. Да, так. Хотя фиг его. Да, он в другую сторону специально бросает это все дело. Угу. Может даже с другой стороны обойти? Захватить, в смысле, нужно стоять на этом месте. А, ну да. Так, фух, только зря сюда. Потратили копья. Ты так, я... Отлично. Там же нельзя целиться. Так, замечательно. Все, захватили. Да. Угу. Но все равно целиться пока. Нельзя. Да не нужно, просто там стоять нужно было. А, да, вот что дело. Нет, они не безусловно победят. Смотри, давай вот так вот руки поднимем. Смотри, на публику. Смотри, да как поднимается? Да и нет, время как-то. Ууу, вот тут вот нужно активировать, я думаю. Смотри. Ты активировал?
Я не могу. Охренеть, сколько их тут. Ладно, справимся. Я активирую, потому да. что меня тут зажали. Отлично. Все, ушел. Еще два. Еще раз. Ты там справишься? Да, я справлюсь. С кабаном. Отлично. Жог. Отлично. И еще. И это жог. Отлично. Все, я как бы полненького убил. Все, замечательно. Так, убейте совсем подземных тварей. Ничего себе, подземные твари? Это кто такие? Где они? Это ж точно не на варвара это писалось. Так. Я помогаю тебе. Давай. А. Все, замечательно. Твою ж. Так вот. Да, там топают. Охренеть. Так, смотри, тут как бы такие вот неплохие ребята. Мне сразу пол здоровья снесли. Я включил. Тут боссы. Я включил. Да? Да. Да. Думаю. Так, убейте вождей варваров. Окей. Ну, этот медленный, поэтому. На тебе. А-а-а! Паскуда такая. Я его почти уже добил. Все. Замечательно. Ух. Ну что, смотри. В атака. Я не могу делать. Ух. Замечательно. Ну вот, еще одну миссию мы прошли. С вами был Эдисон Only First. Спасибо за то, что смотрели. Мы рады, что вам нравится. Всем пока. Всем пока.